Сергей Лазарев выбросил в мусоропровод бутылку шампанского и пробил Топалову голову. Семен Слепаков лег на бок, и у него из уха выпало 6 AirPods. Всем привет! Это Соболев Илья, это прожарка на канале ТНТ-4. Спасибо, что ты есть. Брат, мы тебя очень любим. Итак, шоу «Прожарка», для всех, кто не знает, это шоу, в котором молодые амбициозные комики шутят или, как мы говорим, прожаривают звезду. И сегодня к нам сюда пришел звезда не просто обычной категории, а звезда российского Ютуба Данька Поперечный. Давайте поаплодируем Даниле, он все это слышит. Даня так давно на Ютубе, что его секс можно пропустить через 4 секунды. У Данилы нет яиц, поэтому опуститься пришлось одному из глаз. Мама Дани, как водопровод после капремонта. Сначала спустила ржавого, а потом должно пойти все нормально. Я специально шутил эти несмешные шутки, чтобы подготовить аудиторию под выход Дани. Итак, встречайте. Главный стендапер страны, по версии Максима Галкина, Юру Дудя и еще кого-нибудь, кто не разбирается в юморе. Встречайте, Даня Поперечный! Самый известный стендап-комик YouTube. Это получается без эфиров на телеке. 2,5 миллиона подписчиков. Быть богатым охуенно комфортно. 260 миллионов просмотров. Я свою мечту специально придумал так, чтобы я хер когда ее мог осуществить. 5000 человек в Ледовом. Клипы, подкасты, сериал, вечерний Ургант, вдуть. Я вот прошлый тур отъездил, у меня лежало типа мульта 3. Основатель формата «Плохие шутки». В плохих шутках у меня есть некоторый скилл. И просто самый смелый комик России. Меня правда могут посадить. Данила Поперечный. Данька. Привет, Дань. Привет. Привет, ребята. Здравствуйте. Привет. Меня сегодня обсирают. Дань, ты не раз говорил, что Первый канал украл у тебя формат прожарки. Я уверен, что они это сделали в ответ на то, что ты украл себе под нос лобковые волосы Елены Малышевой. Дань, как тебе у нас? Приятно. Я как на поминке, смотри, оделся. Хорошо, у нас гробовщики готовы. Почему жарить тебя будут именно эти люди? Я расскажу. Просто мы хотели, чтобы каждый из участников был смешнее тебя. Честно сказать, нам пришлось постараться, но нам это удалось. Мы поехали на заправку и взяли первых 6 человек. И они здесь. Позволь тебе расскажу, кто же будет сегодня тебя жарить. Первый — это Сергей Матросов. Сейчас некоторые люди у экрана не понимают, что здесь делает этот неизвестный, никчемный бездарь из Самары. Я отвечу родителям Сергея. Дело в том, что Серега выиграл Comedy Battle, и у него была возможность выбрать любой проект на канале ТНТ. Но так как место водителя в шоу-такси уже занято, он попал сюда на прожарку. Итак, у Сереги очень незапоминающее лицо, посмотрите. Максимально. Чтобы вы понимали, насколько оно незапоминающееся, Серега был 5-м в «Битлз». Дальше, Марк Сергиенко. Марка вы хорошо знаете, поаплодируйте Марку. Чтобы вы понимали, каждое махание руки приближало его к смерти, поэтому он отдал вам сейчас 4 дня. Марк Сергиенко неоднозначный персонаж. С одной стороны, он, конечно, страшный. С другой стороны, у него затылок. Дальше. Мой прицел направлен на Веру Котельников. Аплодисменты Вере. Постоянный зритель мог заметить, что с каждым выпуском «Прожарки» Вера становится все прекраснее и прекраснее. Я думаю, что через 500 выпусков она по красоте догонит Марка Сергиенко. Дальше Андрей Бабиришвили. Однажды бебур во время секса не успел вытащить и чуть не захлебнулся. Да, я такой. Ладно,
Веборг, я обещаю, это была последняя гейская шутка про тебя. Это была последняя капля, я бы сказал. Это была последняя гейская шутка про тебя, поэтому если вдруг ты еще раз услышишь от меня какую-то гейскую шутку, ты можешь просто ко мне подойти и просто с лету отсосать. Идем дальше. Алексей Щербаков. Леха Щербаков, как Тимон из «Короля льва». Худой, веселый и воспитывает чужого ребенка. Фил Воронин. Фил Воронин. Интересный факт про Фила. Фил очень сильно улыбается, когда его узнают. Поэтому у него всегда такое лицо. Мы готовы начинать. И теперь на эту сцену поднимется первый Сергей Матросов. Серега настолько ноунейм, что каждое утро он ставит себе напоминалку о том, кто он такой. Встречайте, вон тот тип, кто бы он ни был. Привет, ребятки. Воу-воу-воу. Если вдруг кто-то не смотрел финал Comedy Battle, там я вывел на сцену Соболева и послал его нахуй. Этот момент мы несколько раз переснимали, потому что Соболев по привычке шел. Леха Щербаков. Лех, у тебя такое лицо, как будто у тебя есть еще одно. Так, Филипп Воронин. Первый сексуальный опыт Фила обязательно достоин упоминания, поэтому, когда это случится, мы об этом пошутим. Тем более, что у нас в запасе много шуток про педофилов. Они ждут Фила. Так. Марк Сергеенко. Когда сердце Марка издает стук, они с семьей собираются за праздничным столом. У Марка есть КАМАЗ, в котором он возит свою медицинскую карту. Ну и, конечно же, Данила Поперечный. Давайте ему поаплодируем, но не сильно. Данила, среди вас тут самый известный, но тут, конечно, дело вас больше, ребят. Мы это понимаем. Природа сделала голову Данилы цвета мочи, чтобы люди не тратили свое время. Так, кстати, посмотрел твое выступление, Данила. Очень круто, действительно здорово. А ты не думал юмором заняться? Мне кажется, у тебя получится. Надо пробовать. Иначе ты так и не узнаешь, что это не твое. Ну, в целом, творчество Данилы так часто называют говном, что пора отдать это название его творчеству, а говну придумать новое. Так, Данила, твои шутки уходят в народ? Или где они тогда? Я... Так, знаешь, почему у Урганта ты был не смешной? Потому что чудо не произошло. Данила всегда высказывается плохо в адрес церкви, потому что у любой церкви есть отец, а у него нет. У Данилы есть собака по кличке Ракета. У Ракеты есть Инстаграм, где написано, что все собаки похожи на своих хозяев. А еще там написано, что Ракета постоянно ест говно. И дает ублюдские концерты. И что она петух. Твоя мать сильно кричала во время родов, потому что начала догадываться, что творит. Блядь. Ну ладно, на самом деле, мы же понимаем, что все это просто шутки. Я вообще считаю, что нужно быть прям очень крутым чуваком, чтобы сидеть, искать факты из этой твоей жизни. Вот это хорошее. Пересматривать все эти видосы. Поэтому спасибо огромное мне за это. Да. Спасибо, ребят. Было круто.
Мы целуемся, и она в один момент останавливается и такая: «Нет». Я говорю: «Что?» Она говорит: «Я так не могу. Вот я устала, что все смотрят на меня как на мясо, что всем нужен только секс. Я так не могу больше». Я такой: «Блин, почему на мне остановилась?» Молодец, круто, что так коротко. На самом деле обидно за будущих детей Дани, ведь они будут расти в неблагополучной семье. Отец — видеоблогер, а мать — унитаз Сапсана. Следующий комик, который поднимется сюда, это Марк Сергеенко. Марк скучает по тем временам, когда он учился в школе, ведь там у него была сменная обувь. Здравствуйте, здравствуйте всем. Привет, привет, привет. Всех рад видеть. Я пока еще жив. Это не голограмма. Я уверен, все будет хорошо. Будущее прекрасно, ведь где-то в нем умрет Сергей Матросов. Кстати, сегодня величайшее событие. Впервые амплуа «Ты кто, блядь, такой» перешло от Филиппа Воронина Сергею Матросову. Если вдруг меня спросят, с кем бы я хотел остаться на необитаемом острове, я бы выбрал Фила, потому что съесть овощ — это не каннибализм. Сегодня здесь в студии Алексей Щербаков. Аплодисменты. Лёха здесь, а значит, что это он не впал в кому, когда понюхал свои носки. Лёха работал в метро, где у него была специальная форма. Это синий комбинезон с надписью «Я долбоёб». Больше всего в жизни я боюсь, что я умру, и после смерти я увижу свет в конце тоннеля, который чинит Лёха Щербаков в синем комбинезоне с надписью «Я долбоёб». Ну и перейдем к главному человеку сегодняшнего вечера. Аплодисменты Даниле. Это первый раз, когда это делали совершеннолетние руки. Бог не знает о существовании Данилы Поперечного, потому что Бог старше 12 лет. Даня Поперечный обожает острые крылышки KFC, потому что они стоят 500 рублей, а задница горит, как будто заплатил 2000 бебуру. Бебуру. О, да. Кстати, если вы не видели, у Дани один глаз ниже другого, поэтому он видел, как его бросает отец два раза, поближе и вдалеке. Поперечный утверждает, что он шутит только на те темы, которые его интересуют. Я посмотрел все концерты Дани, и получается, его ничего не интересует. Данила — вампир. Он не отображается на фотографиях, где есть подпись «Удачно сходили на стендап». Все знают, что Даня перед смертью своего деда не дал ему сигарету. Но не все знают, что дед умер, потому что Даня ёбнул его лопатой. Поперечный в Крокусе 15 минут без шуток рассказывал о своей семье. Я думал, в конце он добавит: «Лейсан, я люблю тебя». Но я хотел бы сказать Даниле спасибо, потому что Данила — пример того, что в России есть свобода слова. И доказательство того, что не всех надо слушать. Спасибо большое. Спасибо. Марк Сергеенко. Для Марка апостол Петр уже просто Петя. Даня, ты был в «Вечернем Урганте». И ты, и Илья. И я. И вот мы были с тобой в «Вечернем Урганте», что помогло многим зрителям разглядеть талант в Мите Хрусталеве.
Ну что, на эту сцену сейчас я хочу пригласить Веру Котельникову. А перед тем, как ты выйдешь, я кое-что расскажу. Всех девушек, которые смотрят наше шоу, волнует один вопрос. Скажите, что помогло Вере так здорово похудеть? И я отвечу, внимательно слушайте. Бедность! И бег за голубями. Встречайте, Вера Котельникова. Всем привет, здравствуйте, я Вера. Так, ну, значит, на этом диване сидят такие замечательные люди, как Алексей Щербаков. Алексей Щербаков, внимательно посмотрите на его лицо, конкретно на зубы. Есть же ощущение, что во время родов он сам себе перегрыз пуповину? Марк Сергеенко, кстати, тоже почти женат, у него давно отношения с девушкой его, и действительно, она очень ревнивая. Она его ревнует. Я просто не понимаю, кто его может увести. Там, ну, один вариант – малярия, ну, и... Филипп Воронин. Филипп Воронин, никогда его не найдут с перерезанными венами в ванной, потому что он ее не принимает. Так, Даня, вот Даня. Даня очень культурный. Привет. Я нервничаю, но это нормально. Хочешь? Нет, спасибо. Это алкоголь? Конечно. Я реально не пью. Бухло. Тебе нельзя пить? Да. Ребята, блин. Мы потом потрахаемся. Короче, Даня очень культурный человек. В прошлом году на этой сцене, за этой тумбой он обосрался. Во время прожарки белого. Но он вернулся, чтобы убрать. А поздно, потому что его говно уже научили разговаривать, говорить «Привет, я Сережа Матросов», и сделали участником шоу. Так, в детстве отец Дани действительно ушел из семьи, и по факту это первый человек, который отписался от контента поперечного. Правда, отец Дани его бросил в младенчестве, Даня вырос, снял 3 концерта, свой сериал, очень много роликов, чтобы его отец это посмотрел и понял, что тогда нужно было кончить в раковину. Шутки Дани можно считать экологическим оружием, потому что они очень грязные и тоже попали в Россию из Америки. Даню обвиняют, что его многие шутки украдены у Исикея. Я выписала фразы, которых не было у Луи. Это «Привет, Ледовый», «А», «Но» и «Окей, но сосать я буду только половине хора». Я не говорю, что Даня Поперечный хуже Холокоста, но Холокост хотя бы не появляется у меня в рекомендованном на Ютубе. Вообще, на самом деле, Даня, он карлик, просто и карлик из него тоже хуёвый. Все, у меня спасибо. Вера Котельникова. Однажды Вера смотрела сериал «Секс в большом городе» и не поняла, о чем речь. Даня очень много анонирует, в результате чего он потерял очень много своего семени. Но не волнуйся, когда ты попадешь в тюрьму, тебе сделают переливание. Недавно в сеть утекло ужасное видео, на котором актер Панин угрожает Харламову рассказать всю правду о его друзьях из Comedy Club. После этого Андрей Бабаришвили и дед, с которым он встречается, выдохнули. Потому что Андрей Бабаришвили Харламову не друг. И про него нечего говорить. Встречайте, Андрей Бабаришвили! Слушайте, очень волнуюсь. Похлопайте мне, пожалуйста, очень. Очень сложно выступать первым. Итак, кто у нас в гостях? Алексей Щербаков, аплодисменты Лехе. Шутка для фанатов «Игры престолов». Что мы говорим Богу смерти, а Леха стоматологу? Не сегодня. Движемся далее. Марк Сергеенко сегодня с нами.
Марк – единственный человек, у которого в военном билете написано не «годен», а «годен до». Так, теперь, ребята, давайте разбираться о геях, да? Все шутят эти гейские шутки, что я гомосексуалист. Но это так непрофессионально, так скучно, так плоско. Единственный шанс Веры Котельниковой забеременеть – это сесть на мою жопу. Вот так шутят гейские шутки. Движемся дальше. Сергей Матросов, аплодисменты, ребята. Смотрите, Сергей Матросов выиграл в Comedy Battle и получил 3 миллиона рублей, а значит, ему официально разрешено на меня смотреть. Но просто задумайтесь, реально, ты мог выбрать любой проект, абсолютно любой. Ты понимаешь, ты богатый и, судя по всему, туповатый. Ты мог, понимаешь, за эти деньги выбрать КВН и выиграть КВН. Ты... Ну серьезно, ты мог выбрать, кто хочет стать миллионером, и сказать Деброву «угадывай». Ты врубаешься вообще? Ты... Вас не смущает, что у нас дегенерат в зале? Все в порядке? Все в порядке? У меня все шутки про тупого ушли на Леху. Что ты со мной делаешь-то вообще? Мне что? Что ты отнимаешь его хлеб? Это метафора, Лех, не кидай сейчас. Если Сергею Матросову дать по лицу, то давайте посмотрим, что будет. Ну реально, ты... Как так? 3 миллиона рублей! ТНТ-4! Как это работает? Вера Котельникова сегодня с нами, аплодисменты ей, прекрасно выглядит. Если парень просит у Веры на улице телефон, скорее всего, он планирует с ним убежать. Блин, обидно, да, что вот она стала красивой, реально. Я не знаю, что про нее шутить, она просто хорошеет и хорошеет. Значит, мы тебя трахнем. Итак, ребята, наш главный герой сегодняшнего вечера, Даня Поперечный, аплодисменты ему. Я смотрел, честно скажу, Данин сериал на Ютубе, но я все жду, когда выйдет озвучка «Кубик в кубе», чтобы было веселее. Когда Даня стрижет ногти, это единственная саморедактура, которой он занимается. Мы все знаем Даню, но мы не знаем его биографию, правильно? Тебя же люди вообще не знают, как ты жил. Давайте под ваши аплодисменты я вам ее зачитаю. Итак, биография Данила Поперечного. Даня родился 10 марта 1994 года, ровно через два дня после зачатия. В 1996 году Даня делает свои первые шаги в юморе и на этом останавливается. В 2009 году Даня ловит золотую рыбку и загадывает стать комиком. Рыбка говорит «нет». Плагиатор, лжец, бесталанный выродок, мразь, каких еще поискать, петушок и говноед. В 2012 году... Пиздец просто насыпал мне. В 2012 году Даня придумывает прожарку. Мы все благодарны тебе, ведь если бы не ты, мы бы не смогли насладиться прожаркой Памелы Андерсон 2005 года и Фрэнка Синатры 1978 года. Также спасибо тебе за «Форд» и «Гусли». В июне 2018 года Даня записывает прожарку на Егора Крида, где 20 раз подряд называет Егора голубым. Егор сильно обижается на это, и спустя полгода на интервью у Юрия Дудя об этой обиде узнает. Юрий достает телефон и стравливает лживого пидора Егора. В конце телефонного разговора Данила, обвинивший Егора в гомосексуализме, все-таки уговаривает его на распитие алкоголя вдвоем в некой приватной закрытой комнате. В 2018 году Даня рекламирует викингов, причем просто своей немытой башкой. В 2019 году Даня на одном из своих концертов издает своим ртом финальный клик-клак и умирает как юморист. Смотри, проблема в том, что мы хорошие юмористы, Дань, как мне кажется. Потому что я выиграл Comedy Battle, Фил выиграл Comedy Battle, Серега выиграл Comedy Battle, Леха все это видел. Мы занимаемся, как мне кажется, хорошим делом. Я думаю, мы хорошие юмористы. И знаешь, ты хочешь доказать нам, что ты классный юморист тоже. Я бы сказал тебе добро пожаловать в семью, но эти 6 абсосов мне не семья. Хорошего вечера. Спасибо большое.
Всем привет. 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 Меня зовут Серега. Полина. Николас. 10 лет встречаюсь с парнем. Поссорился со своей девушкой. Решили устроить девичник. Недавно дембельнулся из армейки. В общем, хотелось бы посмотреть Марину Гравец. Дуэт Битлз. Харламова и Батрутдинова. Трио из Питера. Эдуарда Сурового. С номером. Дракакула. Колобок. В ЗАГСе. ТНТ-4. Поставь. По-братски. Поставь по-братски. Концептуально новый проект ТНТ-4. И твой шанс попасть на телек не только через постель. Но и через сайт. Сними на видео, как ты заказываешь любимый номер камеди, отправь его нам и засветись в эфире вместе с резидентами. Опа! А чтобы юридическая сторона вопроса так и осталась в стороне, твое видео должно начинаться или заканчиваться фразой: «Снимая это видео, я прошу показать его в эфире телеканала ТНТ-4». Поставь по-братски. С понедельника по четверг в 18:00. Премьера на ТНТ-4. Следующий на сцену я хочу пригласить Алексея Щербакова. В Средневековье дальние родственники Алексея держали в страхе деревни и леса Вологодской области. Вы правильно поняли. Алексей – потомок собак. Алексей Щербаков! Матросов. Сергей Матросов. Яйцесосов. Так, что... Что про тебя сказать? Ну, во-первых, он новенький в нашей команде, как-никак. Мы хоть ненавидим друг друга, но мы все команда-семья. Мы перед съемками провели ему некий обряд, поводили членом по губам. Вот. Ну, его это как-никак не смутило, потому что у матросов нет вопросов, понятно? Я 4 года в стендапе на ТНТ, у нас гастроли, все такое. Но 3 миллиона – это даже для меня много. Это огромные деньги, огромные деньги. Деньги, Марк, это такие бумажки, короче, за которые можно купить еду, одежду, даже секс. Секс, Фил, это, короче, ну ты знаешь, как бы примерно то же самое, но только вместо бабы диван. Вот. Ну, вместо дивана бабы. Да тебе, в принципе, блядь, какая разница. Я запутался, но ты такой, хорошо. Ну реально, Фил похож на того, за кого выходят замуж шлюхи после того, как нагуляются. Вот, конкретно. Веру воспитывал отчим. Есть много видео. Вот. А история Веры, на самом деле, для меня похожа на историю гадкого утенка. Да? Она раньше была какая-то толстая, несуразная, противная, какая-то с сальной башкой. Какие-то, ну реально, какие-то тупым взглядом, не одупляющим. А сейчас... Похудела? время течет, а Марк все не подохнет никак. Мы уже устал писать и писать, писать про него. Я думаю, блядь, придет он, не придет в итоге. Когда Марку надо сдать кровь, он просто кашляет в пробирку. Ненормальненько. Бебур. Очень воспитанный молодой человек. У него всегда яйца в левой руке, а член в правой, когда он... Поперечный. Извини, слушай, я не могу назвать тебя Даней, Даней называть, и Данилой, потому что так сына моего зовут. Будет просто неприятно мне так говорить, потому что сына я люблю, да ты как бы... Нахер ты вообще... Вот. Поэтому позволь, я просто заранее как бы извинюсь, и я буду звать тебя как угодно. Как угодно, только не Даня, не Данилой, ладно? Вот. Рыжебород очень долго в юморе находится уже. Дольше меня, дольше всех нас. Еще со времен, когда он висел на буквах Яралаша. Он там еще... Прошлые концерты Поперечного назывались «Хуй» и «Где смеяться». Точно так же называют «Бебура в камеди». Все. Вот. Ну, хоть не педик. Пусть на меня не обижаются рыжие, но есть ощущение, что из всех рыжих не долбоеб, только лиса. Тут у нас, оказывается, недавно Галкин. Галкин похвалил творчество Поперечного, потому что в своей передаче, видимо, переобщался с детьми просто.
Слушай, ладно, на самом деле не обращай внимания. Ты вот для меня, ты точно не какая-то там интернет-блевотина, типа Хованского, знаешь? Нет, типа ты кому-то нравится, что ты делаешь. Типа, мне нет. Вот ребятам тоже не нравится. Никому не нравится, но ты делай, как бы, и стой на своем, я считаю. Ну а то, что рыжий, ну, блядь, ну что теперь уже? Ну, блядь, ну и живут и так люди в целом. Ничего страшного. Ладно, концовки и похуже были, блядь, ладно. Браво, Алексей Щербаков! Лёха. Фил Воронин, с каких слов начинается любая история Фила про секс? Однажды, 7 лет назад, я сел на велосипед со сломанной сидушкой. Встречайте, Фил Воронин! Всем привет! Привет, ребята! Марк хочет потолстеть, чтобы члена не было видно из-за пуза, а не просто так. Марк, кстати, женат, и они для разнообразия жена уговорила его попробовать в туалете, потому что задолбалась убирать за ним в коридоре. Так, помните, мы в детстве ходили к железнодорожным путям, клали на рельсы монеты, поезд проезжал, и мы забирали монеты обратно. Вот, походу, у Сереги Матросова не было монеты, он клал туда свое лицо. Серег, мне казалось, оно очень плоское, я не знаю. Небольшая фишечка у тебя должна быть какая-то все-таки. Цепляйся за эту. Алексей Щербаков раньше служил в разведке. На самом деле он служит в разведке до сих пор. Просто ему была поставлена новая задача — ходить повсюду с тупым колхозным ебальником. От руководства пока нареканий нет. Если соединить внешность Щербакова и шутки Поперечного, получится чей-то одногруппник. Но эти ребята уничтожены, поэтому давайте перейдем к Дане Поперечному. Так. Даня с детства любит тупые приколы. В детстве он соседям под дверь клал кусок говна, накрывал его газетой, садился и ел. Даня уже третий год везде рассказывает, что его хотели посадить. И, как видим, не посадили. Он везде рассказывает, что его хотели посадить и не посадили. То есть в России кого-то хотели посадить и не посадили. Ходорковского посадили, Улюкаева посадили, а Поперечного не смогли. К Даньке не подобраться. Дань, ну ты реально, я смотрел все твои интервью, ты везде говоришь о том, что тебя хотели посадить. Дань, ты столько говоришь об этом, что, честно говоря, ты б уже отсидел. Даню поймали в магазине за воровство, он отшутился, но шутку тоже пришлось вернуть. Так, подождите, если у рыжих нет души, то где тогда Даня не ебет, что такое юмор? Теперь про имя. Данила, что это за имя вообще? С таким именем надо на печке дрочить, а не в Сапсане, нет? Даня первым сделал пародию на Кадырова, но потом Галустян сделал лучше. Первым сделал плохие шутки, но потом Гудков сделал лучше. Первым сделал прожарку, но потом ТНТ-4 сделали лучше. Даня, ты до Гагарина в космос не летал? Еще, кстати, Дань, посмотрел твой сериал и заметил пасхалку. В первой серии на первой минуте 36 секунде понятно, что это полная хуйня.
Ты так говоришь, как будто я, блядь, весь сезон уже снял. Вышло 2 серии. Не, смотри, я честно, я тоже переживал. Я писал эти шутки, когда вышла только 1 серия. Потом увидел, что вышла 2, испугался, подумал, что придется переписывать. Посмотрел 2 и не пришлось. Вот. И я сейчас говорил много каких-то там, не знаю, может быть, обидных, плохих вещей. И давай, чтобы не затягивать, можно я тебя по громкой связи наберу, чтобы мы решили сразу этот конфликт? Ну, чтобы не держать всю страну в напряжении, как это было с Егором Кридом, слава богу и Дудю, страна выдохнула. Дань, в целом, сказал даже больше, чем хотел, честно говоря. Кстати, Фил разрешает своей девушке трахаться с другими парнями. Правда, узнал он об этом только что. Итак, все наши прожарщики уже выступили, и сейчас на сцену выйдет звездный гость, который тоже приехал, чтобы тебя немножечко прожарить. Ты ни разу его не видел вживую. Один раз общался с ним по телефону, и он хотел тебя отпиздить. И это не твой отец. Первый белый, который смог выкупить себя у черных. Великий, красивый Егор Крид! Певец, красавец, холостяк, Егор Крид. Друзья, я появился в студии, поэтому убедительная просьба ко всем операторам. Не снимайте пока что ноги Поперечного, ему нужно срочно переобуться. Кстати, я хочу, чтобы вы все похлопали за Данию и поздравили его. Ведь сегодня он первый раз снимается в юмористическом видео. Красава. И если честно, несмотря на то, что я волнуюсь, здесь правда очень уютно, как будто я приехал к своей бабушке на дачу. Здесь есть камин, какие-то овощи и рыжая собака, которая залезла на кресло. Пацаны, девушка, я... Что, это не шутка была? Я про вас шутить не буду, в конце это сделает Даня, ну а чтобы ему было комфортнее, тумбу перенесем к вам за спину. Итак, что я знаю о Дане? Даня родился в Воронеже, и после появления его канала на Ютубе роддом хотели закрыть и отозвать всю партию 94-го года. Даня всегда очень весело шутит. Я советую тебе заценить мою старую песню «Моя невеста», ведь тебе часто будут шептать ее на ухо твои сокамерники. Но вы должны все успокоиться, выдохнуть, потому что я готов признаться, что мы с тобой чем-то похожи. Ведь мы оба выступаем перед толпами школьников без единой шутки. В своей прожарке ты обвинил меня в том, что я гей. Смотри, я собираю залы по 10 тысяч человек. По 10 раз в год, а не один раз в жизни, как сделал это ты. Так что, Даня, ты прав. Я поимел тебя по полной. Что общего у Данилы Поперечного и Николая Гоголя? Они оба больше не смогут погулять по Киеву. И... Да, блядь, и Крид меня подъебывает за Украину. И даже тут я тебя поимел, потому что мне запрет сделали на 10 лет. А за что? За что? За что? Я не знаю. Моя любимая, сейчас будет моя любимая. Если честно, Даня, настоящая машина юмора. Это я понял, когда ты включал заднюю. Ну, когда мы говорили у Дудя, да, по телефону. Даня привел очень убедительный аргумент, когда сказал, что, бро, я не мог тебе просто позвонить. У меня нет твоего номера.
Хорошо, записывай. 8-999-588-999. Тысяч раз я клоун, твое мнение обо мне. На том интервью с Юрой мы, конечно, хорошо выпили. А по пьяни можно сделать такие вещи, за которые потом будет стыдно. Данил, я сейчас про то, как тебя зачали. Чего вы так расстраиваетесь, блядь? Ну и ничего. Даня, ты утверждаешь, что наш общий друг сказал тебе, что я обиделся на твою шутку. Во-первых, я до сих пор не понимаю, о ком ты. Во-вторых, Джарахов мне не друг. Вот. Сейчас будет шутка моя авторская, мой авторский юмор про звуки. Она звучит так. Я слышал, что вчера перед сном поперечному перезарядили ствол. Клик-клак. Хорошая. Ну, неплохая, да. Как я сказал в интервью Дудю, раньше я не мог произносить определенные вещи. Но теперь я смело могу сказать, что твои концерты хуйня. Только Тимати тебя останавливал? Нет, я не мог это сделать раньше, потому что я их не смотрел. И... А делать выводы без фактов – это уже твоя фишка. Поэтому как-то... Данил, сейчас будет, ну реально, вот сейчас будет самая обидная шутка, которая, скорее всего, тебя зацепит больше всего. Ты готов? Давай. Сатир – самый смешной комик российского Ютуба. Блять. Блин, я пытался зацепить поперечного, но расстроился Соболев почему-то. Я тебя понимаю. В общем, если честно, я хорошо к тебе отношусь. И искренне считаю, что ты реально талантливый парень, талантливый комик. И спасибо Дудю, что нас примирил. Спасибо Прожарке, что позволил нам встретиться лично. И я реально не против с тобой как-нибудь прибухнуть. Вот это была шутка. А все, что было до этого, это правда. Ладно, по правилам этого шоу я должен сесть в кресло и выслушать твои шутки про себя. Но их и так очень много в интернете. И я думаю, что там нет ничего достойного. Поэтому я сяду в зал, посмотрю, как тебя стебет следующий гость. Ну и, наверное, я скажу ту самую фразу, которую Даня мечтает и хотел бы услышать больше всего от меня. Все, я кончил. Егор, спасибо тебе большое, респект. Круто. Я слышал, как ты поешь. Я теперь слышал, как ты шутишь. Знаешь что? Попробуй ремонт часов. Ты сказал в интервью Дудю, что ты придешь на прожарку, и ты пришел, и это очень здорово, мы очень рады. Второй раз мы так обрадуемся, когда ты уйдешь. Дань, это еще не все. Сейчас еще буквально пол шишечки. Хотя для нашего следующего специального гостя пол шишечки – это все, что у него есть. Нам дали его на сдачу с Крида. Представитель организации «Клик-клак» и самого маленького вида клещей сапрофитов. Эльдар – 1/4 человека Джарахов. Рэпер, блогер, друг Данилы Поперечного. Эльдар Джарахов. Здрасте, здрасте. Давайте громче, громче, громче. Разве я не лучше, чем все эти обсоски? Привет, ТНТ-4, у вас тут классно. Я вот, знаете, что подумал? Для того, чтобы попасть на ТНТ-4, нужно переспать с кем угодно. И, кстати, у вас тут и, типа, прогноз погоды тоже повторы показывают. А, кстати, Дань, твои шутки будут на ТНТ-4. Получается, это будут повторы повторов. Ладно, давайте, сейчас будут шутки. Поаплодируйте. Смотрите, у меня нет причин плохо относиться к Дане, поэтому я буду, как все, делать это просто так. В творчестве у Дани развиваются только волосы на ветру. Красиво. Но в последнее время Даня редко выпускает ролики. Спасибо. Респект. Все самые смешные шутки Дани ниже пояса. То есть про лицо Соболева. Бам! Ха!
карлик сраный! Не, терпеть не могу. Слушай, Дань, ну шутками реально не очень. Если ты хочешь сделать что-то для русской комедии, то просто добей Сергеенко. Кстати, Марк, я тебя чувствую, я тебя понимаю. Диабет — это не приговор, но ебало это приговор. Ладно, вернемся к Дане. У него два глаза, один повыше, а второй уже смотрит мне на член. Почему бы и нет? Как известно, камера полнит. Именно поэтому на всех видео Дани Поперечного мы видим полного долбоёба. Это так. Это правда. Я не боюсь говорить про Даню такие вещи. Он мне ничего не сделает, мы же не в интернете. Вот вам еще несколько фактов. Даня не любит позу 69, потому что я целую его в пупок. Ладно. Что нужно сделать, чтобы шутки Дани стали смешнее? Перевести их обратно на английский. Конечно. Конечно. Украл, да, я? Украл эту шутку? Нет, нет, нет. Это оригинальная шутка. Такая же оригинальная, как эта шляпа. Смотри, кстати, я снимаю шляпу, прям как ты на своем YouTube-канале. Ладно, на самом деле, я очень люблю Даню. Он очень талантливый чувак, крутой друг. И респект тебе, спасибо большое. И вам спасибо. Эльдар! Кстати, пока не уходи из студии, большая просьба. Просто в гримерке кто-то видел таракана, и мы боимся, что он тебя съест. Сейчас на это кресло сядешь ты. Хотя для тебя это диван. А... Блядь, это говоришь мне ты! Я тебе сейчас скажу, что сейчас к этой тумбе выйдет Даня Поперечный, герой нашего сегодняшнего вечера. Ему аплодисменты. Встречайте. Мой большой друг... Товарищ и соратник, Даня Поперечный! Так, сразу. Будет говно. Зафиксировано. Да ладно! Классика. Хотя я уже объявил, зачем я второй раз это сделал. Итак, пердёж Крида пахнет мужски... Так, это старое, извините. Это... на самом деле... Вот эти вот заранее написанные шутки, попытки прожарить ребят. Я здесь, чтобы впервые расставить точки над «и». Кто посмотрел выпуск «Дудя» и считает, что Крид меня слил? Поаплодируйте, пожалуйста. Честно. У меня к вам вопрос. Вы что, долбоебы? Типа Крид сидит и говорит, я не рекламировал Собянина. И сбоку скриншот с хэштегом «За Собянина», и вы такие, звучит правдоподобно. Вас объегорил Крид. Вы представляете, какие Соловьёвы, какой Киселёв вас провел вокруг пальца чувак из Блэкстара? Блядь, мне кажется, вы бы даже поверили, если бы Панин сказал, это на видео не мне ногу в жопу засовывают, а это единственное видео, где я рожаю у человека, я мужчина. Я кричу не от боли, это схватки. Что вы понимали? Один из тех людей, кто говорил о том, что Крид хотел меня отпиздить, вот он, Эльдар Джарахов. Разве мальчик при смерти стал бы врать? Да Эльдар чуть не умер, когда познакомился с глюкозой, ребята. Ему нет смысла врать, потому что Эльдар очень известный. В Питере его знают все педофилы, как единственного мальчика, который не берет конфетку. И сосет просто так. А чё ты смеёшься? Клик-клак — это звук, с которым ты скоро протез ноги будешь пристёгивать. Чёрт с ним. На самом деле, мне позвонил Дудь в 2:30 ночи. Я не знал, что будет... Я проснулся и смотрю, звонит Дудь. Я, алло, здесь Егор Крид, Даня. Прям как в моих снах. И прикол в том, что вот мы поболтали, и я понял, что Егор говорит, нет, это неправда, то, что говорили твои друзья. Я подумал, ну, блядь, что я с ним по телефону буду спорить, мы как дети будем, нет, правда, нет, неправда, нет, правда, нет, неправда. Лег спать, просыпаюсь, у меня в 5 утра пропущенный от Крида. Это типа чистая правда. Я захожу в Телеграм, он там, привет, это Егор Крид. И типа мы, видимо, теперь друзья, он мне написывает.
Причем знаете, на какой почве? Одно из аудиосообщений, Егор говорит: ты прости, что я звучу как пьяный, мне просто зубы мудрости удалили. И я такой: блин, чувак, не знаю, как так совпало, мне вчера буквально тоже удалили два зуба мудрости. Прикиньте, мы подружились на почве того, что у нас обоих болит рот. Как иронично! Как иронично! Я чувствую себя снова на прожарке. Егор, ты такой слащавый, что Ильдар не может смотреть тебе в глаза. Спасибо. Мне одному кажется, что Егор Крид выглядит так, как будто какая-то школьница сделала себе мужа в Sims. Польза этой теории, мне кажется, ты не трахаешь всех этих моделей, а просто кувыркаешься под одеялом с ними и издаешь смешные звуки. Ну, это обидно. Извини. Прости, пожалуйста. Джарахов. Все? Нет, ну подожди, тут сейчас... Моя очередь! Дай, человек умирает! Пускай про него пошутят! Мы можем не успеть. Похуй, единственное, что качает на концертах у Джарахова, это его инсулиновая помпа. Продолжаем. У Ильдара, кстати, ну, он лезгин, но на обложке паспорта у него написано «российский паспорту». На самом деле, ребят, если по-честному, я уже стебал на своем канале Эльдара и Егора Крида. И впервые Крид приехал, чтобы дать мне отведать вкус моей собственной медицины. И я ему за это невероятно благодарен. Давайте ему поаплодируем, потому что это правда смелый шаг. Он ушел из Black Star, поругался с Киселевым и почти рыгнул у Дудя. Представляете? Какой-никакой прогресс. Мне кажется, что скоро мы с ним подружимся. И из-за того, что конфликт случился на почве каких-то типа гейских шутках про тебя, давай проверим, типа тест. Если приложить ухо к твоей жопе, слышно шум моря. Приложить что? Все в порядке, мы будем друзья. Ну я не услышал, что приложить? Ухо? Ухо. Это хорошее. Типа твоя жопа такая большая, как ракушка. Ну как ракушка, да. Там слышно океан. И как ты договариваешься с Тимати об уходе из Black Star? Отдаленно так. На самом деле, Егор, я правда тебя люблю. Блин, спасибо. Читал фанфики? Все ради тебя. И я здесь для того, чтобы зарыть наш топор односторонней войны. И подожди, сиди, блядь, на месте. Я хотел уйти просто. Думал, нет, стой. Что... Я хочу задать тебе один важный вопрос. И сказать ровно то, что тебе сказал Ротенберг. Егор, ты примешь эту розу? Еще раз громче поаплодируем нашим суперзвездным гостям, нашему гостю, нашей жертве прожарки, звезде сегодняшнего вечера, Дань. Комики в России могут по-разному относиться к твоему творчеству. Кто-то завидует тебе, кто-то тебя ненавидит, кто-то говорит, что ты пишешь там всякую ерунду, кто-то тебя обожает. Это я сейчас только про себя. Мы все хотим при этом одновременно, все комики России хотят, чтобы Даня Поперечный был чувак, который не однажды собрал олимпийский, а был комиком, который регулярно собирает олимпийские и вылечил эту хуйню синюю под глазами, потому что явно что-то не то. Пока! Спасибо! Спасибо всем!